В очередной раз губернатор начал объезжать районы Тульской губернии. Первый в этом списке оказался Богородицкий район. Встреча прошла без ажиотажа, который наблюдался в первый раз. Павел Юрьевич Воронин, вот он в свое время, в прошлой думе мы с ним работали вместе, вот он Кудрину сказал, вам, говорит, как офицеру, нет, не Кудрину, Зурабову, он сказал, вам, как офицеру в прошлом, надо взять пистолет и застрелиться. И я вам то же самое, кстати, советую. Стреляться в этот раз Владимир Груздев никому не предлагал, администрацию поддержал. Вопросов от жителей было немного, и все они касались частных интересов. У кого-то крыша прохудилась, а кто-то просто-напросто не может оформить участок собственность. В общем, вопросы были как раз для местной администрации, которая без губернатора решить их не смогла. В самом начале встречи губернатор объяснил и причины своего посещения именно Богородицкого района. Эта встреча связана с проведением 14 октября муниципальных выборов. На встречу пришла и серебряная призерка Лондонской Олимпиады Ксения Афанасьева, которая стоит во главе списка местных единороссов на выборах в городское собрание. Стоит отметить, что Ксения Афанасьева до этого ни разу не посещала славный город Богородицк. На встрече с жителями губернатор представил спортсменку, спросил у нее, осталось ли желание участвовать в выборах. В ответ Афанасьева лишь кивнула головой. Однако микрофон спортсменке так и не дали. Между тем, сама предвыборная гонка в Богородицке запомнилась несколькими скандалами. Так, оппозиционные баннеры, развешанные по всему Богородицку, правоохранительные органы почему-то сочли незаконными, и все их демонтировали. Уезжай! Я плачу, не буду! Я за ваши проблемы! Езжай! Не надо! Езжай! Вы когда надо пути, вы его заберете! Второй скандал связан с заявлением трех партий – КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» о том, что в полном составе откажутся от депутатских мандатов в случае фальсификации выборов местное собрание. Но дабы не провоцировать скандал, власть решила странным образом договориться со своими оппонентами, раздать мандаты до выборов и опять не прислушиваться к мнению избирателей. «Единая Россия» выступила с тем, что мы получим всего лишь два места. Но наша, как говорится, партия решила, если мы получим два места, мы от своих мандатов отказываемся. Потому что мы не сможем два голоса влиять на решение в городе Богородицк. Очередной рейд Владимира Груздева запомнился скорее своей предвыборной направленностью. Он и первый раз объезжал районы перед выборами, но тогда еще была иллюзия, что он знакомится с областью. А без этой иллюзии эффект от поездок уже не тот. Евгения Леднева, Тарас Якимов, Делитула.